Всем привет! Сегодня пойдет речь о компании Стака, с которой я уже вывел 244 тысячи рублей. Мои последние выплаты 15 и 11 тысяч пришли мне на мой Киви кошелек. Вот 15 тысяч и 11 тысяч рублей. Данная компания успешно платит. Смотрите, сколько я уже выплат с нее сделал. Зарабатываю больше месяца, и первые заявки на выплату я начал создавать 20 мая. И так вот смотрим все мои заявочки по 400 рублей, по 5, по 15 тысяч, по 9 и так далее. Почему заявки все такие, можно сказать, одинаковые? Да потому что на Киви можно одной заявкой заказать выплату на сумму 15 тысяч рублей. Посмотрим мою статистику. Всего пополнений 261 тысяча, полученная прибыль 257, уже почти я купил свои пополнения, и выведено 244. То есть мне еще осталось подождать буквально пару дней, потому что за 2 дня мне примерно начисляется 25-26 тысяч рублей. И я выйду в безубыток и дальше буду получать чистую прибыль в данной компании. Это очень-очень круто и очень классно. Ну и к выплате доступно 200 рублей. Перейдем на главную страницу. Кто не видел прошлые обзоры, посмотрите обязательно. Обзоров много. Через каждые 2 дня снимаю новые ролики, рассказываю, как тут зарабатывать. Теперь расскажу снова. Итак, находимся на главной странице компании Стака, где можно получать прибыль на бессрочной основе от 2,5 до 5% в день. Что такое бессрочная основа? Допустим, вы вложили 10 тысяч, и у вас вклад работает бесконечно, пока работает данная компания. Все, вы получаете прибыль каждый день. По 3,5% это можно рассчитать, если вложить 10 тысяч рублей. На главной странице можно увидеть, это сколько участников зарегистрировано. 47 532. Имеется поддержка в онлайне Екатерина. Также в управлении это пополнено 24 миллиона. В компании очень большая финансовая подушка. Разбаланс с кассой, с пополнениями и с выплатами. То есть можно спокойно еще зарабатывать в долгу на долгосрочной основе в данном проекте. И тарифные планы, которые представлены, тут их всего лишь 3 штуки, это пробный, опытный, профи. Минимальная инвестиция 300 рублей на первый тариф, на второй 10 тысяч, на третий 50 тысяч рублей. Имеется вот такой калькулятор, ползунок, который рассчитывает вашу прибыль. 50 тысяч вложили, в день получаете 2,5. 10 тысяч вложили, в день получаете 350. 300 вложили, получаете 7 рублей 50 копеек ежедневно. Как говорится, все очень просто. Вы проходите регистрацию, которая ссылка будет в описании. Открываете депозит, получаете прибыль. Так, что еще хотелось бы сказать. Внизу мы видим отзывы. Отзывы открытые, они есть, что в нижней странице сайта, что есть отдельно вкладочка отзывы. Все это можно посмотреть, изучить, почитать и ознакомиться на главной странице. Если у вас есть какие-то сомнения, сначала прогуляйтесь, посмотрите, изучите, проверьте. Потом уже принимайте решение. Так, подробная статистика. Сколько дней работает проект, компания? 47 дней. Участников сколько зарегистрировано, мы уже прошли. Инвестировано 24 миллиона, выплачено 11 миллионов. Все прекрасно, в кассе есть приличная такая сумма денежных средств. По поводу заработка с вложениями. Можно зарабатывать и как с вложениями, так и без вложений. Вы получаете бонус за регистрацию, бонус за партнеров и так далее. 3 тарифных плана, которые приносят прибыль 2,5-3,5-5% ежедневно. Доходность в месяц можно также рассчитать, сколько вы получите ежемесячно. Все это прописано. Также, если есть какие-то непонятки, у вас калькулятор доходности вам в помощь, сколько вы будете зарабатывать. Следующее, идем в партнерскую программу. Партнерка тоже очень интересная. Есть карьерные статусы, это уровни, где можно зарабатывать хорошие бонусы без вложений. Итак, 3 статуса, это стандарт, про и профессионал. Набираете оборотку партнеров 1 миллион, переходите на статус про, забираете бонус 30 тысяч, набираете оборотку партнеров, чтобы вы понимали, партнеры у вас вложили, вся структура 5 миллионов, переходите на статус профессионал, забираете бонус 100 тысяч рублей. Кроме того, у вас повышается реферальный процент. Всего 10 уровней.
И они все прописаны 6%, 8, 10, 3, 4, 8, 1, 2, 5, а уже с 4 по 10 везде идет по 1%. Все это замечательно, классно, все можно зарабатывать. В общем, набирайте команду, собирайте, открывайте карьерные статусы, получайте хорошие вознаграждения. Что еще есть у компании? Имеются документы, давайте зайдем в отзывы, посмотрим. Отзывы можно посмотреть как на главной странице сайта, также у проекта, компании есть телеграм-чат, где участвуют настоящие реальные люди, которые делятся своими отзывами, и можно любые вопросы задать и спросить, узнать, что такое стак и как тут зарабатывать. Так, реальные активные инвесторы в нашем телеграм-чате, вступайте. Вот тут ссылка есть на телеграм-чат, заходите даже с главной страницы. Вот выплата 15 тысяч человек заказал. Дальше листаем, выплата 20 тысяч рублей. Нажимаем кнопочку «Следующие отзывы», смотрим статистику данного участника. На 130 тысяч пополнился. Дальше вклады 643 тысячи, выплаты, вот выводит по 20 тысяч, по 30, по 20, на карту можно больше выводить. И таких отзывов намного, много чуть ниже, открывайте следующие комментарии. Бонус за регистрацию 100 рублей, что это такое, покажу в личном кабинете, и баунти программа, можете почитать, ознакомиться, выполняйте условия, получайте бонусы. Заходим в личный кабинет, снова посмотрим мою статистику, посмотрим мои депозиты и вообще всю историю моего заработка. Сколько дней я зарабатываю? Зарабатываю уже больше месяца. Так, смотрите, давайте зайдем сначала в депозиты. Покажу я вам бонус на депозит. Что такое бонус на депозит и для чего он предназначен. После регистрации вам дают небольшой бонус, это 100 рублей. На вклад, он у вас будет находиться в меню депозиты. Так, ждем загрузку страницы, интернет у меня глючит. А вот он как выглядит бонус, 100 рублей, статус работает. Мне было начислено 38 рублей и было всего 38 начислений. Каждые сутки, каждые 24 часа вы получаете по 1 рублю. То есть уже понимаете, да, о чем я говорю, что имею в виду. 38 дней я уже зарабатываю в данной компании. Просто так заработал 38 рублей. Выплаты, конечно, от 100 рублей, но вы можете сделать даже минимальный депозит на 300 рублей, и вы будете получать каждые сутки плюс одному, по 1 рублю к вашему балансу на выплату, и будете выводить денежные средства. Все мои депозиты, которые работают на 50 тысяч, на 10 тысяч, на 7 и так далее. Вот у меня последние депозиты я делал 16.06, даже 19.06, два вклада по 50 тысяч. А тут с полтинника заработал уже 32 тысячи, тут с полтинника уже 60, здесь 67. В общем, у меня куча депозитов, я делаю реинвесты постоянно на 700 рублей, на 1000, все замечательно, все работает, все прекрасно. Теперь зайдем в партнерскую программу. Ссылочка есть в партнерской программе на приглашение партнеров. Также она есть в кабинете чуть ниже. Я вам это тоже все покажу. Что такое партнеры, как зарабатывать на партнерах. Вы копируете ссылку из своего личного кабинета, распространяете ее в интернете, снимаете видеообзоры. Вот она ссылочка будет у вас в личном кабинете. И приглашаете друзей, знакомых, они регистрируются вам в команду, вы зарабатываете на этом деньги с их пополнения. Вот первый уровень, допустим, 6%. У вас участник вложил 10 тысяч рублей, вы с него заработали 600. В команде у меня 882 человека, 31 активный, заработал на партнерах 48 тысяч и оборот 890 тысяч рублей. То есть мне осталось 110 тысяч до оборота миллиона, я получу бонус 30 тысяч рублей. Естественно, сниму видео, когда получу данный бонус. Теперь мы перейдем в вкладочки пополнения, как начать зарабатывать с вложениями. Заходите в меню «Пополнить», дальше выбираете платежную систему, следующее выбираете тарифный план, вводите сумму, которая соответствует тарифному плану от и до, нажимаете «Пополнить». Платежная система, тут банковские карты, Киви, Яндекс.Деньги, Юмани и криптовалюта. Проходите процедуру оплаты, после чего у вас сразу же открывается депозит и находится в меню «Депозиты». Выплаты обрабатываются в ручном режиме. Давайте сразу же зайдем во вкладочку «Выплаты». Все вам я расскажу, покажу, чтобы вы все понимали, все знали, не было никаких вопросов, было у вас все понятно.
Выплаты также делаются. По поводу пополнения с Киви, в настройках сохраните платежные реквизиты Киви. Дальше, если вы, допустим, проинвестировали с банковской карты, вы выбираете банковскую карту, когда у вас будет минимальный баланс для выплаты, это 100 рублей прописано, это все. И выплаты ручные в течение 15 минут от 20, то есть от 15 минут до 24 часов. Выбираете платежную систему, да, у вас, допустим, на банковской карте лежит 1000 рублей. В реквизиты вы вставляете свой номер карт без пробела, не знаю, там может у вас Юмани, может у вас Киви, Эфириум, Трон. Вставляете номер своего кошелька, указываете сумму, которая лежит у вас именно на этом балансе. Допустим, на Троне у вас лежит 4500, а на карте, не знаю, там 1000. Вы указываете 5000, нет, так не пройдет. Указываете столько, сколько лежит на той или иной платежной системе. Все. Жмете кнопочку вывести, у вас появится надпись выплаты от столько-то минут до столько-то. И все. Будет статус гореть таким оранжевым типа цветом в обработочке. И когда выплата вам обработается, появится зеленый кружочек. И вам только остается ждать, смотреть, когда вам придет сообщение на телефон, что вам были зачислены денежные средства на тот или иной кошелек. Либо заходите самому смотреть. Ну и все заявки будут отображаться. То есть постоянно, через каждые 2 дня я вывожу деньги. Вот я выводил 24 числа 2 выплаты по 12 тысяч и 26 вывел 15 600. Как и говорил, каждые 2 дня вывожу крупные суммы. Так, по поводу реинвеста. Что такое реинвест? Это открытие депозита с баланса личного кабинета. Если у вас на Киеве 600 рублей, к примеру, минималка инвестиции 300. Выбираете Киев, выбираете тарифный план первый, вводите сумму, можете доход рассчитать, нажимаете реинвестировать, открывается депозит. В истории операции у вас будет показана вся ваша статистика. Это пополнение, начисление, выплаты, начисление партнерской программы и так далее. Ну и что еще хотелось сказать, вот внизу есть партнерская ссылка тоже для распространения, копируйте, приглашайте партнеров и представлены все платежные системы, на которых у вас будут лежать денежные средства. Вот у меня на карте есть 100 рублей, то есть я уже могу понимать, что я зашел в кабинет раз-два и вывел деньги на банковскую карту. Все, такой обзор получился. Кстати, в личном кабинете вам не показал, с правой стороны было две кнопки на телеграм-чат. Ссылка в описании, думаю, разберетесь, все подробно рассказал и показал. Всем приятных заработков, всем пока.